Улица Мостовая, дом 16А. Сюда по тревоге прибыли две единицы пожарной техники. Условное возгорание на 16 этаже. Дорога каждая минута. Чтобы установить пожарную технику, нужно совершить разворот. Потребовалось 5 минут. Это долго, помешали машины. Зачастую люди паркуются хаотично и не заботятся при этом о своей собственной безопасности. В данном случае хотели мы показать вопрос, что в вечернее время, а это именно после 6, зачастую подъезд пожарной техники во многие дворы нашего города затруднен. Зато подъем на последний этаж занял всего 10 минут. Коляска для эвакуации подана. В случае необходимости автострела работает и как пожарный рукав. В 50-метровую автолестницу встроена автоматическая система подачи воды для тушения пожара. К учениям жители отнеслись с пониманием. В принципе, правильно. В сложившейся ситуации вдруг что случится, чтобы люди знали, как себя вести. И главное достает. Главное достает до 16 этажа, и это не предел, уверяет старший пожарный Михаил Михайлин. Он только что спустился с высоты. Впечатление хорошее, самочувствие тоже отличное. Вид тоже шикарный. Учебная тренировка проводилась по инициативе комитета по ЖКК администрации города. По ее итогам будут приняты меры. Выдадим рекомендацию управляющей компании непосредственно очертить место и установить информационную табличку, что здесь как бы место для установки пожарной лестницы. Татьяна Баловнева, Анжелика Боровинок. Наше время.